КСК КФУ «Уникс» прошел гала-концерт в ежегодном фестивале «Студенческая весна-2021». Подробности в сюжете. С 10 по 19 марта в честь фестиваля «Студенческая весна» в Казанском университете свои творческие программы показали все институты, итогом которой стал большой гала-концерт. Концерт стал открытием республиканского фестиваля «Студенческая весна-2021». Сегодня у нас два отделения гала-концерта. Первое – это конкурсное отделение республиканское, второе – это гала-концерт нашей студенческой весны. На нем объявят результаты конкурса, наградят номинантов, и это, собственно, их праздник. Первое отделение отличилось номерами о важности языка и народного единства. Вначале была рассказана история Татарстана во времена Казанского ханства, когда народы объединились. На протяжении всего отделения говорилось о важности слова и дара речи. Студенты с помощью различных номеров смогли изобразить все многообразие истории и развития языка. Люди обрели совершенный дар. Дар речи. Во втором отделении были показаны самые лучшие номера коллективов от КФУ. Там были представлены вокальные номера, где студенты смогли исполнить и современные песни, и песни на различных языках мира. А хореографические номера отличились яркостью исполнения. Студенты готовились к своим номерам долго и упорно. Эмоции после выступления не скрыть. Ну, на азербайджанском языке. Очень древняя, красивая песня в нашей такой новой, около джазовой обработке, такой, как мы ее видим. Участвую во втором отделении. Репетиции проходили примерно за 3 недели. Часто собирались, готовились, переживали очень сильно. Хотим показать хорошие номера зрителям. В финале по традиции состоялось награждение институтов Казанского университета. Обладателями гран-при в малой группе стал инженерный институт, в средней – юридический факультет, а в большой победителем стал институт филологии и межкультурной коммуникации. Это филология и межкультурной коммуникации! Лина Камалютдинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.